Трагедия в Старом Осколе. На 63-м году жизни скончался один из самых известных медицинских работников города Александр Анатольевич Жуковский. 30 лет он был бессменным руководителем скорой помощи. Настоящий профессионал, который начинал с должности терапевта. Он всегда был открыт и честен. Руководитель, который запомнился своей душевной теплотой. Человек с добрым сердцем, который до последнего дня переживал за свое дело и тех людей, которым требовалась помощь. Редакция телепрограммы «Оскольское время» сожалеет о случившемся и обещает никогда не забывать его имени. Мы берем чем? Человечностью мы берем. Да, я с вами людям, я говорю, ребят, давайте хоть мы компенсируем то, чего у нас не хватает, просто отношением человеческим к людям. У нас сейчас медицина страдает, из-за чего страдает? Меньше всего врач где-то, я не говорю, какой больнице там все, он вот так по-человечески относится вот к людям, вот и все, да. И я говорю, сейчас даже если чего-то здесь не хватает, врач должен взять именно человечным отношением. Вот и все. И человек всегда поймет. Я вот сегодня еще ни разу не звонил. Там были опоздания, вчера были опоздания, вот и были. Я прям звоню и извиняюсь. Мне говорят, спасибо, что позвонили. Если мы задержались где-то, я звоню и извиняюсь.